Я, наверное, в первую очередь хотел бы поблагодарить Ахата Хаевича как человека отзывчивого на идеи. Год назад я сказал, что Ахат Хаевич, в журнале есть хорошая традиция, в журнале есть хорошая традиция проведения конкурса переводов. По-моему, лет 10 назад был очень хороший конкурс переводов. Я помню, это было посвящено юбилею Хасана Туфана. И было предложено переводчикам перевести знаменитое стихотворение Хасана Туфана «Авлад Абулат Агла». Ахат Хаевич, он «Эвалда», журнал периодически.